Лето в самом разгаре, а значит, наступило самое любимое время для отдыха на природе. Где и как отдыхать без вреда для здоровья? Какие казанские пляжи считаются самыми чистыми? О чем нужно помнить, собираясь на отдых? Здравствуйте, вы смотрите ток-шоу «Твердый знак», и я его ведущая Виктория Новикова. Хочу представить наших сегодняшних экспертов. Это Фания Кабидиновна Шайдулина, главный специалист, эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан. Алексей Юрьевич Карабинцев, председатель Совета общества спасения на водах. И Борис Борисович Селезнев, главный специалист отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Татарстан. Здравствуйте, спасибо вам, что вы к нам пришли. Ну давайте вообще начнем с того, вообще, какие опасности подстерегают человека с наступлением лета? Какие вообще возникают риски? Ну, можно, наверное, мне начинать со стороны. Если в сфере санэпидблагополучия, значит, опасности постерегают такие. Заболевания могут передаваться, значит, через воду, при купании, значит, через рот, через кожные покровы, если, значит, есть такие болезнетворные микробы в воде. В целом в Казани у нас 4 пляжа официально распоряжением исполкома утверждены. Это, значит, озеро Глубокое, Нижнее Заречье, Комсомольское пляж, озеро Искусственный водоем, мы говорим, да, поселок Дербышки, и Локомотив, река Волга. И еще определены места отдыха у воды. Это озеро Лебяжье, озеро Изумрудное и в парке Победы озеро. Но это места для отдыха у воды. Там купаться не разрешено. Чтобы купаться в водоемах, то есть водоемы, если используются в рекреационных целях, они должны получать санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта требованиям санитарных норм. И, естественно, значит, должен быть постоянный контроль со стороны Роспотребнадзора. Ведется оно как госконтроль, значит, за качеством воды водоемов, да? Микробиологические показатели, санитарно-химические показатели, паразитологические. И до начала мы радиологию еще отбираем воды. На сегодня, вот 7 июля, у нас микробиология ежемесячно отбирается еженедельно. 4 раза в месяц получается. Санитарно-химический показатель 2 раза. По последним результатам, в местах купания, рекреационных пляжах, официальных в 4, у нас вода соответствует требованиям санитарных норм. И по микробиологии, и по санитарно-химическим показателям. Не соответствует вода по микробиологическим показателям, это озеро Изумрудное. Но мы говорим, что там нельзя купаться. Там стоят знаки о запрете купания. Там только можно огорать, загорать и отдыхать. Ну, вот. Тем не менее, я знаю, что люди туда ездят и купаются. Люди купаются, люди относятся безответственно к своему здоровью. Потому что они думают, вот купались, ничего не случится, это только не со мной случится. Поэтому надо быть осторожным всегда. Заболевания могут передаваться через воду. А с чем связано, что вот это Лебяжье, правильно? Да, озеро Изумрудное. Озеро Изумрудное, как бы там купаться нельзя. То есть это, ну, именно этот сезон такой, как бы, неудачный? Нет, в том году оно распоряжением исполнительного комитета пошло как пляж, но, значит, там, по-моему, исследование дна не соответствует, да, ну, это МЧС по линии скажут спасатели. По санитарным вопросам время от времени в Изумрудном вода у нас плохая получается. И по микробиологии, и по санитарно-химическим показателям, БПК, мы говорим, да, биологическая потребность кислорода. Чем она больше, тем больше, значит, она загрязнена, требуется кислород для самоочищения водоема. Ну, вот мы знаем, что еще с наступлением лета, ну, такая распространенная инфекция, как кишечная, да, инфекция. А как с ней дела сейчас обстоят у нас вообще в Татарстане? Ну, во-первых, кишечная инфекция – это болезнь грязных рук называется, да? Если мы соблюдаем гигиенические нормативы, личную гигиену, кишечная инфекция, значит, естественно, употребляем пищу, соответствующую гигиеническим нормативам, не испорченную, да, то кишечная инфекция человеку, человек может не заболеть кишечной инфекцией, если, конечно, контакта нет прямой, вот мы говорим дизентерия, там холера, они контактные, да. Поэтому, значит, если соблюдать вот эти вот правила, ты не заболеешь. Ну, а вот говорят еще тоже, нельзя купаться, например, тоже можешь заболеть, что-то у тебя желудок, например, испортится, это так?
Ну, желудок испортиться может от всякого. И от пищи, и от воды, значит, для питья, которое используем. Но если купается человек и не заглатывает воду, мне кажется, через и кожные покровы нормальные, и вода соответствует требованиям санитарных норм, то человек не заболеет. Угу. И, Фаня Габидиновна, может быть, можете посоветовать, да, то есть как вообще пережить жару? Что нужно, какие нормы нужно соблюдать? Во-первых, значит, соблюдать питьевой режим. Пить надо воду чистую. Вот мы говорим иногда, квас любим, да? Квас ни в коем случае в жару нельзя пить, потому что оно, значит, способствует удалению солей из организма, калия, там, натрия, да? Чистую воду надо пить. Не слащенную, просто чистую воду. Естественно, значит, если под солнцем ходим, защита головными уборами должна быть, значит, да, чтобы не было солнечного удара. Ну и купаться там, где разрешено. Угу. Ну, смотрите, а вот еще с наступлением лета, так сезона, не знаю, все идут в лес собирать ягоды, грибы. Вот какие их опасности могут там встретить? Ну, мы знаем, грибы бывают полезные, значит, и как мухоморы вредные, да? Ну, надо уметь собирать грибы и правильно их обрабатывать, и правильно применить. И ягоды нельзя кушать без мытья. Обязательно двукратно надо мыть ягоды, грибы, естественно, термической обработкой и так далее, да? Правильно их использовать. А вот говорят, еще очень много змей. Ну, еще клещи. Змеи, ну, быть надо осторожным, одетым, под ноги смотреть. Змеи сами не нападают, если только их не потревожить, да? Поэтому быть надо внимательным. Ну, и от клещей, естественно, в лесах. Мы знаем, что клещи в этом году, значит, у нас регистрируется заболеваемость, да? И быть одетым, соответственно, чтобы клещи не попадали в тело. Угу. Закрытая одежда. И рукава, и, значит, ноги, все, и обувь. А как оказать первую помощь? Что нужно делать, если все-таки клещ был обнаружен? Клещ надо очень осторожно удалить. Если не сможете удалить, то обратиться в первую очередь к врачам. Они правильно его удаляют, потому что если его удалить неправильно, оно остается и инфекция, клещевой энцефалит может быть там всякое. Поэтому надо обратиться к врачам в первую очередь. Хорошо, спасибо. Ну, предлагаю перейти немножко уже к водной части, так скажем, к зонам купания, которые есть у нас в Казани. Ну, Александр Юрьевич, можете рассказать нам вообще. Угу. Ну, как уже сказали, у нас для купания разрешено 4 водных объекта, но люди купаются все равно там, где есть вода, так сказать, несмотря на запрет или разрешение. И основные опасности, которые человек могут подстерегать на водоеме, ну, самый крайний случай – это берем утопление, то есть когда человек утонул. Но также могут быть и разные травматические случаи. Ну, например, люди прыгают с обрыва, не зная глубины водоема, потом ломают шейные позвонки и остаются инвалидом на всю жизнь. Также могут быть и порезы различные, то есть занесение инфекции и так далее, со всеми вытекающими. То есть в нашем окружающем мире человек, чтобы выжить, нужно, так сказать, полагаться на инстинкт самосохранения. То есть заходить в водоем всегда осторожно, заходить в лес тоже всегда с осторожностью и всегда вести себя в таком режиме, что его человека подстерегает везде опасность, включая тех же клещей. Что именно вот по купанию... Значит, я уже сказал то, что водоем, в любой водоем, пусть это даже официальный пляж, неофициальный пляж, дикое место, всегда надо заходить в воду постепенно. Во-первых, мы тем самым проверяем дно, то есть вдруг там яма или кусок стекла, может быть, или какой-то металлический пруд. И также охлаждаем постепенно организм. То есть резко, очень много у нас таких случаев, человек якобы утонул, но на самом деле у него просто случился сердечный приступ, он просто умер в воде. Ну, это бывает обычно, когда алкогольное опьянение или просто даже жаркая погода, перепад температуры, тромб в сосуде оторвался, и человек скончался в воде. Поэтому в воду надо всегда в любом случае заходить осторожно. То есть разбегу нырять, как это многие любят? Ну, если вы хотите рисковать своей жизнью, пожалуйста, человек сам распоряжает своей жизнью. Заходи. Когда человек купает, вы же дорогу, когда переходите, вы же с открытыми глазами переходите.
А в воду вы заходите или когда ныряете, вы даже не видите, куда ныряете и что там в воде происходит. А подстерегать могут быть любые опасности. Может, накануне кто-то бросил туда металлический прут, и вы на него можете наткнуться. То есть опасности могут любые подстерегать. Поэтому, в первую очередь, это инстинкт самосохранения. Дальше. Далеко однозначно не заплывать. У нас бывает достаточно много таких случаев, особенно, скажем так, с ветеранами физкультуры и спорта, которые еще занимались плаванием при царе Горохе. И они считают, что могут переплыть любой водоем. Они проплывают какое-то определенное расстояние, потом там же и остаются. Таких случаев достаточно много. Ну, опять же, сердечный приступ или еще что-то. Очень много случаев – это использование надувных плавательных средств, так называемых. Это матрацы, круги, нарукавники детские. Основная их опасность в том, что они создают иллюзию безопасности. Человек, вот недавно случай был, рассказывали в набережных Челнах, девушка на матрасе утонула. Они создают иллюзию безопасности. Человек думает, что он на этом плавательном средстве безопасность. Но он сдуется, перевернется, кто-то его перевернет, или еще что-то произойти, может что угодно, и человек остается не умеющий плавать, тем более, остается один на один с водной стихией. И, как правило, тонет. Этот момент. Второй момент. То, что хочу обратиться как бы ко всем. Если, ну, многие идут купаться с компанией. Контролируйте друг друга. Кто-то умеет хорошо плавать, кто-то не очень. Кто зашел в воду, ну, смотрите вместе, одним коллективом, смотрите друг за другом, потому что, может быть, вашему человеку нужно оказать, ну, товарищу, оказать помощь. Мало ли что с ним может там случиться. Очень часто компания отдыхает, молодежь отдыхает на берегу, через 3 часа прибегают к спасателям, говорят, у нас товарищ зашел в воду, прошло 3 часа, а его нету. 3 часа прошло. Поэтому контролировать надо. Дальше, значит, надо, конечно, всем знать... Ну, желательно прием спасения, конечно, из воды и правила оказания первой помощи. Ну, вот основные такие моменты. Ну, более подробно мы поговорим еще об этом. Еще, Александр Юрьевич, скажите, пожалуйста, а вообще на всех ли пляжах должны всегда дежурить спасатели и, например, медработники? На официальных пляжах да, всегда дежурят и спасатели, и медработники. Плюс, вот как говорили же, 3 места массового отдыха на воде для подстраховки. Мы там тоже организовали спасательные посты. Хотя купание там не разрешено. Но человек должен каждый... Вот много диких мест. И когда если люди будут многие подготовлены и могут оказать помощь другому, это будет очень хорошо. Ну, какие вы могли бы еще дать рекомендации для безопасного отдыха на природе? Угу. Ну... Самое главное – купаться там, где это вообще разрешено. Это пляжи, бассейны, да, должны быть специальные купели. Самое главное – также не заплывать далеко, не самонадеяться на то, что вот я сейчас туда проплыву эту всю речку, да, и обратно еще вернусь. У нас были случаи в Тукаевском районе, когда также компания просто отдыхала, и наспор поспорили, что он переплывет Меликеску. Но в итоге он проплыл там, наверное, 30-40 метров, это максимум, все. И дальше уже просто даже не смогли ничего сделать. Не подплывать к судам, которые, возможно, могут быть рядом. То есть случаи бывают разные, можно и судно то же самое перевернуть. Если судно моторное, то оно может под себя затянуть. И были случаи, когда волосы девушек, да, заматывались прямо на винт. Но это очень неприятно, конечно, но... Были такие моменты у нас, это было и в Казани. Также не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Вот самое главное. Почему? Потому что, во-первых, притупляется реакция головного мозга, притупляется инстинкт самосохранения, появляется такая уверенность, да, то, что море по колено, но обычно говорят, лужа до ушей. Поэтому не рекомендуем вообще в состоянии таком заходить в воду. Также не находиться в воде более 10 или 15 минут, потому что могут быть такие случаи, что схватит ногу, допустим, да, судорогой, и все, и человек не знает, что делать. Ну, просто теряется. Хотя, ну, надо, обычно иногда говорим, берите с собой булавку, на всякий случай. Мало ли, вот купаешься, да, ведь
переохлаждение или еще что-то, судорогу схватило, хотя бы можно применить какие-то первые методы самоспасения. Да, также вот хотел сказать, что если купаетесь в компании, да, реально наблюдайте друг за другом, потому что мало ли что бывает, да, один ушел, через 3 часа реально сообщает, вот он ушел, не знаем где. Вот это вот основные моменты. Во-первых, вы сказали, у вас есть некоторая статистика, да, то есть по обстановке вообще сейчас на наших пляжах? Ну, я скажу так, не для запугивания, а вообще, чтобы люди взяли себе на ум, на сегодняшний день, с 1 июня этого года, купальный сезон начался, да, у нас уже зарегистрировано 42 происшествия, это только происшествия. Утонуло у нас 34 человека. Ну, соответственно, можно сразу, спасено 21. Утонули они на... Ну, как бы на разрешенных объектах для отдыха, или это были... Нет, утопление как раз происходит в местах несанкционированных для купания. Все вот эти 30. Да, да, да. Но большая часть, вот мы просто подводим статистику, смотрим, да, у нас где-то процентов 50-60 это состояние алкогольного опьянения. Угу. Хорошо, есть ли вопросы у наших гостей? Да, если вот зайти, например, в пляж, в воду изумрудную, там какие бактерии можно подцепить, и можно ли вообще зайти в воду, покупаться, выйти и ничего не обнаружить у себя? В первую очередь, изумрудный у нас не пляж, да, как мы говорили, там купаться запрещено. Это зона аэрации, это зона загорания. Но через воду могут передаваться заболевания, значит, микробиологического характера, бактериального, да, вирусный характер и гельминтозного. Через воду также могут передаваться, вот гельминтоз мы говорим, аскоридоз и шистостоматоз. То есть это бычьи цепи, они в воде спокойненько проживают, эти бактерии, гельминты, микробы, да, и могут передаваться, значит, при заглатывании воды, естественно, и в то же время вот эти вирусы, они еще через кожу, если в коже имеется хоть мельчайшая царапина, маленькая, которую мы даже не замечаем сами, да, как бы, вот через кожу тоже могут передаваться такие заболевания. Во-первых, если люди купаются в местах неразрешенных, и там же еще имеются водоплавающие птицы, да, вот через, при этом, так мы говорим, зуд купальщика. То есть это заболевание тоже вирусного характера, тоже может быть аллергического, дерматитного таких характера заболеваемость. Кожа заболевает, там покраснение, раны появляются, значит, чешешь как чесотка, да, и вот поэтому нельзя купаться в неразрешенных местах. То есть изумрудным девочке нельзя купаться, только загорать. Я как бы выскажу свою точку зрения, чисто бытовую, да, я не как сотрудник Роспотребнадзора, поэтому я могу высказывать свою. Да. Вот я считаю, да, вот чисто бытовой, что особо опасно это для тех людей, которые, у которых ослаблена иммунная система, нарушение кожных покровов. То есть у нас нет такой чрезвычайной ситуации, да. То есть если здоровый человек, ну, полностью здоровый, все. То есть он может, в принципе, в любой наш водоем зайти, и с ним, если он пить, конечно, воду не будет, с ним, в принципе, ничего произойти не должно. То есть у нас ситуация экологическая, она не так уж и страшная. Просто нарушение по каким-то показателям, превышение. А вот если у человека ослабленный организм, там, после болезни, иммунная система ослаблена, там, раны, царапины, ну, такие, что организму будет тяжело вот эти бактерии все подавить, вот для этого, для него это очень, так сказать, может быть опасно. А если человек здоровый, так сказать, и водоем он, ну, так сказать, не представляет... Соответствует требованиям. Да, и там даже бывает иногда превышение чего-то, да, то, в принципе, с ним ничего такого страшного не должно случиться. Какие правила нужно соблюдать, находясь вообще на воде? То есть, ну, давайте начнем с того, как оказать первую медицинскую помощь, если мы видим, что человеку плохо в воде? Ну, наверное, я тут. Угу. Да, скорее всего, тут спасателям, да, передам слово. Ну, во-первых, мы за 2 минуты не научим человека оказывать первую помощь, но каждый человек должен уметь это делать. И это и в быту может пригодиться, на водоеме, то есть остановка сердца у человека может произойти везде, дома, на работе, на водоеме.
Для этого и в институтах есть специалисты, в школах детей даже обучают. Вот мы обучаем молодежь со студентами, работаем, которые в лагеря ездят вожатыми. Со всеми мы проводим занятия там, по несколько часов оказания первой помощи. Для тех же, кто не владеет такими навыками, да, я вот что бы порекомендовал в первую очередь. Ну, сначала, конечно, научиться где-то этому. И если, допустим, вот сейчас девушка сидит рядом со мной, и она оказалась в такой ситуации, что кому-то надо оказать помощь. Естественно, у нее навыков нету оказания. Позвать на помощь. Значит, кричать громко. Кричать громко, то есть привлечь. Всегда большая вероятность, что окажется человек рядом, который владеет такими навыками. Естественно, позвонить там 112, скорую помощь, то есть... привлечь людей для оказания, значит, помощи человеку. Если это произошло на водоеме, вы видите, что кто-то тонет. Ну, тут я не могу сказать, совершайте приказать совершать героический подвиг, бросаясь ему на помощь. А человек в это время сам плавать не умеет, к примеру. То есть человек должен реально оценить свои силы. Может быть, если он лучше поднимет шум, позовет на помощь, он окажет более действенную помощь для спасения того человека. Ну и всегда надо, конечно, учиться, потому что мы обучаем, допустим, приемам спасения в воде именно и приемам оказания первой помощи. Если человек будет владеть такими навыками, то в течение своей жизни вполне возможно, что он может спасти кому-то жизнь. То есть у нас студенты тоже работают на пляжах, там человеку 20 лет, а он уже спас 2-3 человек, к примеру. К вам могут прийти учиться просто желающие? Просто желающие. Ну, тут поодиночке ходить тяжело просто у всех. Организованные группами, с вузами, через вузы, пожалуйста, мы со всеми вузами, так сказать, контактируем. И в организованном порядке, вот, допустим, вот от вас там обратиться, там кафедра какая-то или еще кто-то, всегда поможем, научим, покажем, спасем. Хорошо. Вопрос. Что делать, если... человек, который тонет, он может причинить вред тому, который его спасает. Может. Потому что утопающий хватается за соломинку. А в данном случае той же соломинкой является его спаситель. И для того, чтобы правильно спасти и самому не утонуть, надо просто владеть навыками, ну, оказания приемов спасения. Но тут уже начинается, в реале начинается борьба за жизнь двух людей. Кто из них победит? Хорошо. И интересно также спросить про то, вот если ты сам начинаешь тонуть, что нужно делать в первую очередь? Это, конечно, как-то себя вернуть в самообладание, не паниковать. То есть очень часто... Я просто сам в детстве тонул. То есть я прекрасно помню вот эти свои ощущения, что происходит. Потому что, ну, как правило, до берега все-таки у нас не так далеко, да? Мы не тонем же посреди бушующего океана, да? То есть... всегда берег достаточно близко. И если человек, даже пусть не очень хорошо умеющий плавать, но найдет в себе силы самообладания, сконцентрируется, он, шансы его на выживание увеличиваются значительно. И если, тем более, есть возможность позвать на помощь. Но хочу, кстати, такой еще пример привести, что когда человек тонет, к сожалению, крики «помогите, спасите» бывают очень редко. Обычно человек тонет быстро. Да, очень быстро тонет, но тут может и сердце отказать, там, или другие факторы, попал в яму. Почему мы всегда говорим, не купайтесь в необорудованных местах, в одиночку, там, ну, вот мы почему говорим всегда об одном и том же. Но если вы все-таки, если у вас даже есть время, как бы, себя привести в чувство, значит, вы еще не тонете, то есть у вас есть шансы выжить. Поэтому успокоиться и как-то потихонечку добираться до берега. Хорошо, вопросы? У меня вопрос к Александру Юрьевичу. Я хотела спросить, вот вы отдыхали на пляже. И бывали такие случаи, когда вы сами кого-то спасали вот в свободное от работы время? Расскажите. Ну, к сожалению или к счастью, у меня свободного от работы времени нет, я всегда провожу на водоемах. То есть я всегда на работе. Спасибо. А насчет спасения, да, у нас спасатели... наша задача все-таки это предупреждение ситуации, потому что спасение – это уже крайний, как говорится, случай. Лучше предупредить. Вот, каждый предупрежденный случай – это, по сути, ну, то же самое спасение. У меня вот вопрос по статистике, скорее всего. Среди вот этих случаев, которые
произошли когда-либо. Мне интересно больше детей, либо взрослых людей, которые вот тонут или попадают в такие ситуации. По статистике вообще у нас тонет молодежь. И если брать мужчин и женщины, больше мужчин. И удивительно, что в студии находится всего двое мужчин. Видимо, все-таки вот эта самоуверенность мужская, да, что я там все могу, вот она подтверждается. А что касается детей, удивительно, как родители вообще так спокойно берут, детей отпускают, они идут к воде, гуляют возле воды. Ну, пятеро детей утонуло. То есть это только купальный сезон, я не беру годовую статистику. Ну, это неприятно. С родителями проводят беседу, работу, муниципальные органы работы проводят. Ну, слава богу, сейчас нам удалось, допустим, на муниципальном уровне организовать освод. Вот, у нас есть тот, кто руководит республиканским осводом, да, председатель. А у нас нам удалось еще организовать, что на местах, по крайней мере, уже более-менее такой, да, хороший шаг вперед. Потому что 368 мест массового отдыха людей на воде, это о чем-то говорит. И, соответственно, ответственность за обеспечение безопасности на воде у нас несут муниципальные районы. У вас хватает вообще сотрудников? Меня вот тема насчет детей, вот настолько она для нас злободневная, да, что я не могу ее как бы не прокомментировать. Я вам просто вот приведу статистику, неофициальную мировую статистику. Это, ну, во многих странах, в принципе, все цифры одинаковые. 50% детей до 15 лет тонет на расстоянии не более 20 метров от взрослых. То есть на берегу взрослые, компания, их ребенок купается и тонет. 15% детей тонет на глазах родителей. То есть родители смотрят, как их ребенок якобы купается, а на самом деле он тонет. И родители не понимают, что он тонет. То есть настолько это все происходит достаточно быстро. И сколько мы делаем? Лежит на пляже молодая мама с ребенком, там года 3-4, ребенок в воде возится. Подходишь, делаешь замечание. Она читает книжку или по телефону болтает? Подходишь, делаешь замечание. Ответ там, мой ребенок, что хочу, то и делаю. Или что-то будет. Когда потом достаем, ребенок начинает тонуть, достаем ребенка из воды, подходим, опять говорим, мамаш, почему не смотрите? Она говорит, ой, я только на секунду отвлеклась. Ответ у всех один, я на секунду отвлеклась. Вот недавно тоже, ну там не девушка была, бабушка пришла в парке Победы купаться с ребенком. В запрещенном месте. В запрещенном месте. Ладно, там вы дежурили спасатели. Бабуля отвернулась что-то. Ребенок начал, ну, ребенка вытащили, ничего с ним плохого не случилось, но бабуля также сказала, я на секунду отвлеклась. И все у нас случаи с детьми происходят именно вот по недосмотру взрослых. Просто я не могу вот эту тему детей как бы оставить в стороне. Ну, конечно, это очень актуальная и злободневная тема. А есть ли какие-то штрафные санкции за то, что люди купаются в несанкционированном месте для купания? Так, ну, санкции у нас имеются, это по кодексу по административных правонарушениях, статья 3.10, и по кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, по статье 20.21, 20.20, это у нас сотрудники МВД составляют протоколы. В отношении граждан, не то что которые купаются в несанкционированных местах, те, кто распивают спиртные напитки возле воды, потому что на сегодняшний день на пляжах запрещено распивать спиртные напитки, и продавать также запрещено. Но и в настоящий момент в несанкционированных местах также проводят работу, потому что именно по статистике в этих местах тонут люди в таком состоянии. Мы называем это состояние неадекватное, потому что человек не понимает, что, допустим, река там шириной метров 150-300, а он идет, думает, ну, сейчас я там махну быстренько на тот берег. Это бесполезно. Ты хоть будь рекордсменом и чемпионом мира. Очень много, да, очень много даже чемпионов мира тонуло в простом озере. Поэтому что говорить о любителях. А так очень часто, каждый день
принципе, да, наши инспектора совместно со СВОД, совместно с представителями муниципальных органов проводят профилактическую работу с населением. Вот сегодня у нас акция была «Научись плавать». Я думаю, очень успешно. Почаще бы люди отвлекались именно на такие акции, приводили бы детей, потому что вот именно предупреждение, дети, да, предупреждение, оно намного лучше и эффективнее, чем, допустим, потом спасение, уже последняя мера, да? Александр Ильич спрашивал по поводу сотрудников. Нет ли сейчас какой-то, не знаю, необходимости в новых кадрах? То есть вам хватает людей, которые... Нам хватает, работать? Да. Молодежь, вот кто приходит, первый раз попробовал, как правило, он приходит уже на следующий год. То есть они находят, вот, мне даже интересно, зарплата у них там небольшая, все, но находят именно вот интерес для себя. Польза, вот. Во-первых, для общества, наверное, скорее. Ну, может быть, это высокие слова, да, будут. Ну, это, естественно, само собой, это автоматически происходит. Но, во-первых, он и находит интерес для себя. И у нас набор происходит обычно перед началом купального сезона, это где-то вот в мае. Uh-huh. Сейчас, конечно, да, у нас уже конкуренция, то есть желающих много. Но если есть желающие, уже на следующий год себя попробовать работать. На следующий год в мае, так сказать, можно будет обращаться, пожалуйста. Ну, процентов 90 молодежи у нас, кто пришел, даже 95, они остаются, и на следующий год опять, если у них есть возможность, они приходят к нам работать. То есть молодежи это нравится. Хорошо. Угу. А возможно ли сделать лягушатники для детей? На всех пляжах у нас детские купальни, они есть, это на всех официальных пляжах. Это вещь крайне необходимо, крайне полезно, и везде даже, если там, может быть, даже купание не разрешено на базе отдыха где-то, если будут такие огражденные детские места, они хоть какую-то свою пользу будут приносить для купания детей. То есть это вещь очень нужная на любом водоеме. Угу. Даже вот по статистике больше людей, больше детей тонут на неразрешенных водоемах. Может тоже там установить, даже если люди не слушают, может у них нет возможности купаться в других местах? Мое личное мнение, чем больше будет, даже если водоем не разрешен для купания, чем больше будет спасательных постов и тех же лягушатников, то есть принятых мер для обеспечения безопасности, пусть даже водоем не разрешен для купания, тем будет лучше. Хотелось бы также поинтересоваться, вот какой пляж, разумеется, из разрешенных, посоветовали бы эксперты для своего отдыха, то есть какой бы они сами выбрали для своего безопасного отдыха? Ну, во-первых, все четыре. Тут уже дело вкуса, кому какая окружающая среда. Ну, для всех, чтобы запомнили. Да. Пляж Нижней Заречи, это где парк Кырлай, Кировская дамба, в Дербышках озеро Комсомольское, пляж Локомотив и озеро Глубокое. Но это зависит от территориальности, кому ближе куда добираться, в принципе, и дело вкуса только. А режим работы у них, в принципе, у всех одинаковый. Какой режим работы у них? Значит, пляжи вот, муниципальные в городе Казани работают с 9 утра до 21.00. Хорошо. Ну, на этом наша программа подходит к концу. Я благодарю всех наших экспертов, что вы пришли и поделились с нами важной информацией. Я надеюсь, что вы усвоили какие-то для себя правила, поняли, да, где можно купаться, во-первых, где нельзя, как... Оказывается, ну, минимально мы, конечно, рассказали о том первую медицинскую помощь. И я желаю, чтобы ваше лето было насыщенным, активным и, главное, безопасным. Вот, чтобы все было без происшествий и, ну, все было хорошо. Вы сохранили свое здоровье и не испортили свое впечатление об этом лете. Спасибо вам большое. Вы смотрели ток-шоу «Твердый знак». Его для вас вела Виктория Новикова. Увидимся с вами на следующей неделе.